Нет, да все подходит. Привет. Иван. Да, ну тут фоторепортеры. Нет. Кого? У нас дома. А Фроси? Фроси не едет. Чего вроде? Она с папой очень не общается. А то вот. Зашли все? Заходим, ребята, заходим, усаживаемся. Вон, Нестор просто живой. Нестор, его, скажи, лучше снимает. Здесь, но он... Чего ради лучше снимает? Лучше ты искру снимаешь. Иди переводи. Переводи. Ты еще поднимайся. А я пух перевожу. Делайте все для других, не себе тут долго ждать. Царю небесный, утешителю души истины, и жизнесный, и вся исполняй сокровище благих, и жизни богателю, приди сыны сявны, и очистины от всякие скверны. И спаси, Боже, души наша. Отец наш Небесный, молимся именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, пребудь с нами. Научи нас всегда пребывать в истине Твоей, Господи, не уклоняясь ни влево, ни вправо, но следовать строго по кровавым Твоим стопам. Помоги нам, Господи, преодолеть все препятствия на пути спасения. Тебе слава, восславим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Толкование на сегодняшнее евангельское чтение, толкование святого Феофилакта Болгарского. Так, Севастьян, возьми, пожалуйста, он будет переводить, да, Тамаре. Сразу бы так. Ты все равно что отдыхаешь? Ой, давай пить. Сейчас я даже сделаю. Успокоились все? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Луки, 5 глава, 1 по 11 стихи. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие. А он стоял у озера Генесарецкого. Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была из Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных.
также Иакова, Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симона. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Толкование. Господь убегает от славы, а она тем более преследует его. Подивись смирению Господа, как Он каждого человека привлекает через свойственное и сродное ему средство, например, волхвов посредством звезды, а рыбарей посредством рыб. Но апостолы одни не могут вытащить сеть с рыбами, а приглашают и соучастников своих, и сообщников, и влекут вместе с ними. Это суть пастыри и учителей церквей всех времен. Они, преподавая и объясняя учение апостольское, помогают апостолам ловить человеков. Евангелие есть сеть. Если же кто скажет, что через закидывание сети означается глубина мыслей, то и с этим можно согласиться. Итак, исполнилось слово пророка, сказавшего: «Вот, я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал». Иеремия 16:16. Рыбарями назвал он святых апостолов, а ловцами правителей и учителей церкви последующих времен. Господу нашему слава во веки. Аминь. Спасибо, Христос, брат. Мы часто обличаем друг друга, а вот похвалить, как бы, заслуженно похвалить, забываем. Я предлагаю поблагодарить нашего брата Михаила, который вот столько делает. Мы не замечаем, вот приходим, мы не замечаем, все хорошо, все чисто, все аккуратно, все здорово. А сколько трудов вложено? Кто помогал Михаилу перекидывать уголь? Без рук. Василий помогал. Да почему? Василий, вы послушайте. А кто перекидал? Не знаю. Вася перекидал. Василий. Ну так вот его поблагодарить надо. Двое. Сергей перекидывал еще. Сергей, да, слава Богу. Спаси Христос, от братья. А сегодня тепло у нас, да? Михаил Петрович побеспокоился. И Вася молодец. Почти все очень. Да. Я руку подниму. Да. Вот. Так что, слава Богу, да благословит и Господь преизобильно. Всякий шаг нас записывает наш ангел, который рядом всегда с нами. Всякий шаг и каждое дело записано будет. И все это предстанет на суде Божьем, в оправдание наше. Так что стремитесь делать благое дело для друг для друга и для общего нашего блага. Батюшка звонил, всем поклон передает, молится о нас. У него официальный отпуск. Месячный. Да, месячный. Значит, он мне говорит: как там, уголь, тебя перекидали? Я говорю: да нет еще, батюшка, я же не знал, что перекидали. Я только вчера увидел, что там уже все сделано. Еще говорит: ну что ж, я приеду, скажите братьям, что я приеду, я перекидаю. Да-да. И мне рассказал, как сестра Серафима, почти 90-летняя, перекидывала уголь, да, почти наравне с батюшкой, свой уголек там перекидывала. Говорит, да там работы, говорит, на 2 часа одному. Что вы там не можете до сих пор это сделать? Я приеду, стыдно вам будет. Ну и слава Богу, что батюшке, я позвонил, он все отчитался, батюшка. Все сделано, батюшка, убрали уголь. Ну слава Богу, хорошее есть. Голос бодрый, в туре у него отца Иоанна. У нас только это для того, чтобы разговоры вести. Ну, не, у нас всегда все нормально, в конечном итоге. Просто иногда не всегда быстро, как и некоторым хочется. И все. Слава Богу. Чего у нас, когда чего задерживалось? Так, значит, да, да. Ну, пожалуйста.
Я хочу поблагодарить Господа нашего Иисуса Христа, слава Ему за все милости. И хочу вас всех поблагодарить. У меня не было просто возможности до этого времени за все, что вы делаете для нас, для нашей семьи, за то, что вы молились, посещали, и во время беременности молились, и во время родов, и посещали. И после родов. И после родов, и сейчас. И за подарки ваши, спаси Христос, заказала шкаф сразу, память. Детский? Ну, не детский, а комнату. Мы просто сделали ремонт. Как бы, он детский. Будет и детский тоже. Да, ну, для вещей. Вот, я хотела поблагодарить вас, так это вам на трапезу, значит, кто останется, соответственно. А это ребятишкам отдельно. Так сказать, за прописку. Как у мирских говорят, прости Господи. Вот. Сегодня нам просто так получилось, что сегодня нам у ребенка первого года жизни каждый месяц считается. Сегодня нам 2 месяца ровно. Так что вот. Мирон Николаевич сегодня 2 месяца, поэтому за крещение. Это я не за день рождения, а за крещение. Потому что у нас прописка это... Крещение. Все, спасибо Христос, братья и сестры, что вы есть у нас, что нашим наставникам, что они нас собрали, объединили. Просто аллилуйя. Так, в детскую я отнесу. Сейчас да будем ценить то, что имеем. Я хочу сказать вот то, что мы имеем, да? 7 минут. Я как наблюдатель хочу сказать, вот расхолодились мы, не соблюдаем эти 7 минут. Опоздал? Началась служба. Видите, стоят все уже. Вот сюда подошел. Стой и жди, пока начнется служба. Когда уже объявится. 7 минут это свято должны быть сохранить. Это нас отличает от других. Поэтому не нарушайте. Вот там нужно большой знак сделать. Брат, возьми на себя этот телефон, и так, как в кругу, там, как знак дорожный. Прежде чем зайти в храм, выключайте его, если не умеете пользоваться. Служба идет, динь-динь-динь-динь-динь-динь. Ну что это за такое? Разговоры в храмах продолжаются. Ужас. Не разговаривайте. Ну, это все у нас оговорено, вот то, что я сейчас говорю, это оговорено у нас что? В правилах наших, в уставе. Значит, нарушая ее устава, значит, это подлежит уже исповеди. На исповеди говорить нужно об этом. Когда благочестиво должно у нас быть, когда мы подходим ко кресту, склоняемся, ну следите друг за другом, вот, рядом, не просто так мы подошли, можно было и по одному быть, как у старообрядцев они благочестивы, но почему мы хуже-то должны быть? Вдвоем подошли, одновременно перекрестились, одновременно поклонились, одновременно отошли, одновременно... подошли к месту царским вратам и там еще раз поклонились вместе одновременно и отошли аккуратно. А что, базар-вокзал начался какой-то? Да, очень часто. Ну, часто может быть, просто кто-то там плохо идет? Нет, я же не учитываю там ни Анилу, которая... Ну, путиная походка, потому что у нее там... Это же понятно. Но это никуда не годится, я просто не видел. Может быть, повторить еще... 2 крестных знамения, третьего не нужно делать. Да, 2 поклона, вот третьего... Вдвоем подошли, 2 раза перекрестились, поклонились, подошли, поцеловали, уже дальше креститься не нужно. Поцеловали Евангелие, поцеловали икону или крест, и дальше отошли к царским вратам, и там еще раз поклонились. Все. Ну да. Итого 3 поклона. 3 крестных знамения. Но это у старых или у молодых? У кого? Да, ну, вот я сказал, каждый за собой знает же, так что... Или у средних? Не, ну а что вы тут? Да как? Даже не смешно это. У средних вообще не смешно. Старые, ладно, из ума выживают. Молодые да, еще не подошли. Не ну а что можно сказать-то об этом? Мы же сколько кланяемся-то? Такие афоризмы. Ну а что сделать теперь? Ну не надо. Просто терпение должно быть. Так, значит, о болящих еще кто у нас? Ну вот старицы наши еще как бы это самое живы-здоровы. Ну, болеет Аннушка, Анна, это Мария Яковлевна, Раиса вот уж болеет, не приехала. Вот. Были у Анны Кузьминичны. Сегодня пойдем к ней.
вы знаете, вот настолько живой человек, это 87 лет ей. 87, да, будет уже 88 первого мая. Она самая старшая у нас, да? Да, сейчас, наверное, самая старшая. Вот, ну такой живой ум, всех она помнит, за всех молится, и ночью встает молиться. Она кузнечница? Да, да. Мы тоже молимся. Вот, поэтому, ну, поминайте тоже старец нашего. Где она сейчас, с кем? Она живет со своими, с сыном и сынокой. Они все время уезжают там с садом, вот как в Зудилово она жила. Она сама дома вот открывает нормально, короче, и можно и в храм уже теперь начать ходить. Ну да, уже пора уже восстановилась, пора находить. Еще может быть спуститься, а подняться уже никак. Подняться. Нет, ходит она, конечно, уже потихонечку. По стенке. Да, всякое разное бывает тоже. На своих ногах. Да. Ну, слава Богу. Мы все сейчас, вот сегодня встал, ничего, а завтра неизвестно как. Еще я хотела сказать, что на этой недельке у нас завтра у Лены Политыкиной день рождения. А 12-го у Оли Соколаковой день рождения на этой неделе. Это день рождения или день ангела? День рождения. Ну, пускай рождаются. Как будут ангелы, так споем. День рождения. Еще я хотела сказать, вот журнал вот этот за октябрь месяц пришел. Виктор Андреевич не успел посмотреть. Пускай. Боль внутри. День вот ангел, мне знаете, такой. Что Игорь постоянно говорит о нашей молодежи. И вот это вот Андрей Ткачев, он прям небольшая, но хорошая такая проповедь. И вот, знаете, просто чуть-чуть вам зачитаю. Зачитай, конечно. Вот. Говорится о молодом человеке, как бы. И этот молодой человек, он, у него все есть. Он не голодный, не холодный, ничего, но все абсолютно. Мы для своих детей вообще все делаем, правильно? Вот. И он ни в чем не нуждается, никак, ничего. Но что же с ними происходит, с молодыми? И вот просто здесь вот как бы уже к концу здесь, но говорит. Так что если увидите молодого человека с невыносимой печалью в глазах, знайте, что это хороший человек. Он по Богу тоскует и по вечной жизни, хотя сам о себе пока что этого не знает. Вся товарная линейка на рынке развлечений, удовольствия, счастья ему не приносит. И он уже почти ненавидит этот фальшивый и крикливый мир, как ненавидит продажную женщину. Говорить с таким человеком может не каждый. Если вы не можете, просто помолитесь о нем. Непременно помолитесь. Кратко, но искренне. Он хороший, но он на распутье. И он, не бейтесь, он просто молодой человек. И если в Боге сердце его не обрадуется и не успокоится, он в секту пойдет, где религиозная ложь дарит иллюзию истины. Как у нас у Тани Дмухи. Вот она крепко верующая, бабушка крепко верующая, росли в вере. А они где? Они ушли. Там хорошо, там посидеть, там ласково, там любовь крепкая. Я просто и по внуку смотрю. Вот они ходят вместе в церковь, всей семьей. Ну, я-то вижу, что человек-то еще никакой. По вере. Вроде бы уже как бы и близко, и все. А вот ну нет такого вот желания прямо. Ну, помолились, и все. Нет рождения свыше. Рождения свыше нет, и у каждого есть своя воля, данная Богом. К сожалению или к счастью, один только Бог знает. Но у каждого есть своя воля. И поэтому насильно никого, как Алевтина сестра нам неоднократно говорила, мы, говорит, привели к источнику, а хотят они пить или не хотят, это уже от них зависит. Захотят, значит, будут пить. Да. Я хотел это сказать, что вот скорби вот и печали бывают. Вот такая скорбь и печаль вот у меня наступила. Не такая, чтоб сильная, но однако. Вот я приехал сюда с Колымы. Отработал 10 лет на Колыме, да, в районах Крайнего Севера. Вместе с супругой мы прибыли. И вот пришло время получать пенсию. Но попали мы в такой период. Короче говоря, там пенсия сейчас насчитывается, как в суде. Трудовая книжка ничего не значит для них вообще. Есть она, нету трудовая книжка.
Мне из 10 лет моего стажа северного оставили 2 года. Остальное порезали. И причем режут спокойно. Значит, начальник участка бурового. А мы не знаем, это полевой стаж или не полевой. Поэтому мы вам вообще не засчитываем ничего. Так вы должны знать. Это самое интересное, это, да, ну да, это не знаете, так разбивайте, вы что там сидите? Добивайтесь. Ну, да. Странно, господи, мне тоже. Потом дальше, здесь уже, в Алтайский край, в Тогуле работал. А у вас поставлены 2 штампа принятия и увольнения одними чернилами. Это единовременно, это значит, как, ну, прошивка. Противозаконно. Короче, все, этому вам тоже 6 лет не засчитываю. Покажите мне закон, где это так написано, что другими чернилами должно быть записано. Вообще, до такой степени, да? Я удивляюсь. Брат Севастьян, да. Потом там полмесяца работал я, будучи на Колыме, нас возили на Байкал, и мы там производили буровые работы. Они пишут, в связи с тем, что не удается определить, к какому району относится этот район, где я работал, полмесяца мы вам не засчитываем стаж. Но я же там работал. Ну пускай это не крайнего севера, но это же работа была. И вот там вот такими мелочами они потихоньку-полегоньку у меня от 10 лет оттеприжили 7 лет, там еще с пол 7,6. А одну вообще не нашли. Я в шахте работал 2 с лишним года, отработал почти 2,5 года. Шахтерский стаж подземный. Они, мы не могли найти документы. Хоба, она, убрали. А все, в трудовой книжке-то записано. Значит, могли, вот у меня документ. Так трудовая книжка уже для них вообще не аргумент. Я не знаю. Они рассматривают уже под таким мелкоскопом. Ну вот, брат Севастьян, я принес ознакомиться. Я ознакомиться принес. Там трудовая книжка, там записи-то на 2 странички. Они понаписали. Там понаписали с пунктами. Там постановление министерства 1870 какого-то года. Они там все пункты, какие-то подпункты. Это-то у нас такой специальности нету. Такая специальность не засчитывается, такая не рассчитывается, такая не присутствует, отсутствует. Вообще ничего нету. Короче, я не был на севере. Все, я всех обманывал все это время. И сам себя. Единственное, так со здоровьем немножко. Но это там сам виноват. Нечего было по северам там шататься. Прошу вас помолиться, помоги, потому что я думаю, впереди у многих еще что-то будет. Меня просто... Да почему? Вон сзади сидят люди. Зацепит, потому что многих все это, поэтому... И я говорю, Марина, а что это? За каждый месяц работы мне надо было справки брать, что ли, и хранить их? Вот такой пакет, что потом предъявлять где-то? Я думал, трудовая книжка, вот она и трудовая, и все. И мне также и насчитали, и сказали, у вас 55 лет, вы легко выходите, все, вам хватает стажа. А когда отдали там заседает полевая тройка у них, сейчас тройка от Путина. И они заседают по краю и всем режут пенсии. Ну почему, понимаете почему? Потому что сейчас пенсионная эта политика у нас пошла. Нас решили подбодрить. Путин решил, что в 65 лет у нас мужики еще, ого-го, крепыши. А женщины и в 60 родят нам еще богатырей путинских в гвардию его. Он в журналах модных снимается, Путин полуголый до пояса, значит, весь из себя там ухоженный, ублаженный. Ну что? Правильно, правильно, он по утрам плавает. Дайте мне бассейн по утрам, я тоже не буду тогда жаловаться. Вы не исключаете, что это фотоколлаж. Не надо уже. Да это ни к чему, это ни к чему. Это ни к чему просто, не надо. Голый снимается это. Все не в этом дело. Гораздо глубже дело. Вот в чем дело. Растят бойцов. Просто бойцов для армии. Чего вы не понимаете? У нас милитаризированная страна уже. Спасибо, Христос, да. Будем молиться. Помолитесь, пожалуйста. Вспомните меня, да. Я хочу вас поблагодарить, братья и брата Севастьяна, чтобы за ваши святые молитвы. Подсказал что-нибудь он. Жену Надежду прооперировали. Стопу ей одну прооперировали, и вторую тоже подправили, там малоинвазивная операция. То есть она теперь будет ходить в башмаках этих, на пятках. То есть пятки специальные, там башмаки такие, которые после операционного периода. Там длительный восстановительный период будет еще. Типа плоскостопие, да, вышло? Ну, там халекс варгус, это косточка, так называемая, плоскостопие одновременно. Закрой теперь, пожалуйста. И тихо. Вот, тестя... Раба Виктора прооперировали тоже.
ему сделали металлоостеосинтез, то есть соединили металлом два отломка бедренной кости. И он уже присаживался, и вчера, часа 4, наверное, как говорит Надежда Александровна, спаси Христос, и она посещает его там. Я прихожу, он, ко мне приходили, вот, как девушка, не знаю, как ее зовут, я говорю, наверное, Надежда. Да, Надежда. Надежда Александровна посещает его, спаси Господи. Вот. На каблуках он уже так вот 4 часа, ну, я не знаю, уж не 4 часа, наверное, но ходил какое-то время на, с помощью. На кровати сидел, может быть, 4 часа. Ну, да, сидел, будет. Да, вот сидел уже. Так, спаси Господи. Но об обращении там речи пока не идет, но молитесь, чтобы Господь дал ему это время для обращения. Спаси Христос за ваши святые молитвы. Ну, прошу молиться о моих детях, которые не со мной, к сожалению. Только что говорила Татьяна Кузьминична. О болящих, помните болящих наших братьев и сестер, Сергия из Воронежа и его мама Татьяну. Валерия, который муж Натальи. Любовь у нас как? Представьте себе, что вот она там останется с детьми в чужой стране, без языка практически. Так что помолитесь, чтобы Господь все устроил. У Нины Александровны, прошу молиться, у Нины Александровны, мы позавчера с ней разговаривали, сегодня вот я позвонил ей. Виктор в очень тяжелом состоянии, практически без сознания, ждут со дня на день. Тяжело, очень тяжело, и там Михаил, сын, должен был поехать в дальний рейс, дальнобойщик. Вот, отложил этот рейс, поэтому вот, ждут они уже финала. Чтобы Господь помог ей преодолеть эти все огненные страдания, которые она испытывает. Еще и здесь, и в семье тоже. Еще о ком мы не помолились, о ком не вспомнили. Любовь Петровна, ты говорили про Любовь Петровну? Любовь Петровна, ну ее выписали домой, выписали, и она должна поехать в санаторий. Говорила, приезжайте ко мне в санаторий. Угу. Это реабилитация после ее случая. Так, ну Володя приехал в Потеряевку, все, закончил путешествие, да, забрал. Аллилуйя. Все, теперь он с Игнатием Тихоновичем. Они приедут 10 числа, как и планировали. 3-го они тут, вроде как он говорит, что Надежда Васильевна должна приехать, была, он отправлял тут подарки. Морковь, тыкву, что-то... Все, раздавали уже, все. Раздали уже эту черноплодную рябину, раздали? Миша? Нет, черноплодная рябина стоит в ведрах на этом, на комоде там. Хрен, хрен стоит на углях здесь. Забирайте хрен. Я хрен вам принес. Хрен вам принес я. Накопал сам. А черноплодку надо разобрать. Накопал Сергей. А черноплодку разбирайте, черноплодку. Да, да, да. Надо разобрать обязательно. Черноплодку разбирайте. Это гипертоником прежде всего. У кого повышенное давление артериальное? Вместо таблеток. Ведро немцовое, а остальное можно разбирать. Вместо таблеток. Значит, вот стоит на комоде. Черноплодная рябина и калина. Я вчера попробовал. Ну это просто сладкая такая, горечи-то почти нету. Такая спелая, такая сладкая, так что гипертоником прошу. С калины можно соус сделать. Калина вообще очень не любит. Да. Соус прям любым блюдом, хоть к овощным, хоть к мясным, хоть к рыбным. Еще у кого есть слово? Да, брат? Ну вот меня беспокоит отсутствие Любовь Петровны Фатеевой. Любовь Николаевна. Любовь Николаевна. Но... Вчера, по-моему. Да, сегодня, вчера и сегодня была. Она в коридоре, наверное. Она уходит. Была. Там дело в том, что Валентине очень плохо. Она тоже уже к концу совсем. Температура поднялась, у нее была, вот она сама. Можете не обсуждать тему. Вот она. Как это? А почему вы сюда не заходите? Это Надежда. Я вот здесь вот сижу. Ну, она с больными общается, просто не хочет вызывали, сюда инфекцию. Ну, ладно, все понятно, кто крополей отравил. И Лены Сокольских давно нет. Папочка, чай? Давно нету, я не знаю, когда будет, если будет вообще. От нее я сам добиться ничего не могу. Благословение. Да ты что? Ну, я всем говорю. Все не, ну, с Третьяковыми такая же петрушка точно. У них один бес напал на них. Таинственности.
Да, я, кстати, ее спрашивал, говорю, у тебя стрелять. Без канцеля. Ничего нету, она же все-таки крестная. Нет, говорит, ничего нету. Хотя странно, да? Нет. Что-то такое. Ничего не говорят и нету. И только откуда-то из-за угла. Жираф большой, ему видней. Так, еще у кого есть слово? Мы будем завершать. Значит, песнопение, трапеза и занятия. В страшном суде столько говорили, еще что нужно. Достойно есть якобы истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исследния Бога слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников, от внутренних распрей, от беззакония, которое в тайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да заставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Абба, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твои. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.